Мэри Уоррер после Легендари Мэджи. Это жена первого посла американского посла в России. В 1934 году. Нет, 37. И вот все, что они вывезли из России. Вот эту картину я видел где-то в учебниках. Конечно, никак. That's not the real dress. Вот это я думаю. No, they have them, so they she has them. It's crazy. Oh, okay. If I remember correctly, but I don't know. Это вот скинь его. Oh, I love stars. Вот эта картина, это все известная картина. Очень дорогие. Боярская свадьба, про которую Дана говорила, это, по-моему, Николай II. Подойти нельзя. В общем, все уникальные вещи российские. Столы уникальные. В общем, вот эти вазы, конечно. Какие-то вазы были подарены. Я думаю, это все было куплено, поэтому Сталин и дал ему медаль, потому что огромные бабки получили. Советский Союз, да. Это Екатерина, что ли? Еще эти вазы. Здесь как кухня, что ли? Wet bar. Всякие статуэтки. Маргарет, ее звали Маргарет. И ее подруга была эта жемчужная. Она... одного из руководителей. Все никому не сказали. Вот какие-то две вазы были подарены, непонятно какие. Не можете никакой из какие-то столько вазы. Везде подмета. Хочешь, чтобы мне подарили? Тоже. Уникальные бриллианты, натуральные. Правда, нет? We're gonna start with the best. How much have I got melted down? Tons. Stalin has melted down. They melted down. Icon covers. They need one. They needed the money into their car. A lot of the items he made, of course, were Easter eggs. As you know, the Easter eggs, that is, these are the ones given by either Alexander III or Nicholas II.